Слава Богу, здравствуйте! С вами пастор Генри Мадава. Мы сегодня, я понимаю, что вы не знаете, откуда мы, но мы из Киева, из Украины, прямо с центра земли. Я хочу сказать, что Бог любит каждого. И сегодня это такая большая радость, что Бог дал нам возможность общаться вместе вокруг Его Слова. Смотрите, Бог любит каждого из нас. И в Его Слове, все, что написано в Слове Божьем, это приводит к тому, чтобы показать нам Его любовь. Но вопрос всегда так заключается в том, что мне делать, чтобы Божья любовь поработала для меня. Вот многие люди, всегда задумываясь, не могут найти ответ. А вот ответ. Научись принимать правильные решения. Наши решения влияют на то, что к нам приходит от Бога, что исполняется в нашу жизнь. Давайте послушаем эту проповедь. Важность принятия правильных решений. Сила и влияние твоих решений в жизни. Очень важно понять, что наша жизнь строится на наших решениях. Вот. Дело в том, что и Бог относится к нам, исходя из наших решений. Сегодня, кто мы есть? Мы продукция всех наших предыдущих решений. Все, что ты потерял в жизни, все, что потеряно, было и потерялся, в большой степени это из-за твоих решений. И все, что ты приобрел, не было и стало, это тоже из-за твоих решений. Поэтому заметите, мы можем, да, обвинять того, 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 но поймите, в конечном итоге, где-то было твое решение, который дал цепную реакцию, который потом привел все к тому, как сейчас есть. Поэтому, естественно, человек, который хочет менять свою жизнь, он должен менять свои решения. Библия говорит, книга 2 Закония, 30 глава, 19 стих. Бог обращается к Израилю. «Вас, свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе», это Бог им говорил, «благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть, заметите, что Бог делает. Бог говорит, Израиль, я не заставлю тебя делать выбор. Я дал тебе волю. Скажите, воля. Один из признаков того, что мы личности, это воля. И он говорит, слушайте, воля ваша не забираю. Я даю тебе выбор. Скажите, выбор. Решения нужны, когда мы делаем выбор. Скажите, выбор. Бог говорит, вот выбор у тебя. Выбор у тебя такое. Благословение или проклятие. Жизнь или смерть перед тобою. Смотрите, Божья любовь. Выбери жизнь. Вот во всех наших решениях это будет всегда основополагающее. Всегда выбирай жизнь. Даже если в какой-то степени оно будет тебе что-то стоить, выбирай жизнь всегда. Библия говорит о Данииле. Книга Даниил, 1 глава, 4 по 9 стих. Написано так. Царь говорит, найдите среди еврейских мальчиков отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки и тому подобное. Вот назначил царь ежедневную пищу и царь из царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. Между ними были и сыновы Иудиных, Даниил, Анани, Мисаил и Азария. Их переименовали, они стали Валтасаром, это был Даниил, Ананию стал Сидрахом, а Мисаил стал Мисахом, и Азарию стал Авденаго. Даниил положил в сердце своем
не оскверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Вот заметите, мне нравится, как в синодальном переводе пишется, Даниил положил в сердце. Оказывается, в свое сердце можно что-то класть, и можно что-то оттуда забрать. Вопрос возникает. Какие же важные решения, которые мы должны принимать в жизни? Если мы смотрим, начиная из жизни Даниила, в чем нам нужны решения? То, что мы положим в сердце, то повлияет на наши выборы. Поэтому номер один, в чем нам нужно принять решение? Нужно принять решение не оскверниться. Если ты принимаешь такие правильные решения, я не буду оскверняться, то от этого решения, когда появляется то, что оскверняет тебя, легко заметить. Потому что решение принято дал тебе возможность замечать, когда осквернение идет. Но если решение не принято, ты не будешь понять, что это вообще. И мы часто попадаем в разные проблемы из-за того, что мы никогда не приняли правильные решения. В Библии говорится три истории, которые я хочу вам показать. Туда участвуют три женщины. Женщина номер один. Раав, женщина, судья, по Писанию идет в ад. Раав, она блудница, это ее профессия, налоги дает, не знаю. Но она этим занимается, это ее жизнь. И вообще ее жизнь обречена. Конец, ничего хорошего. Однажды в город пришли соглядатаи израильские, народ Божий. Она приняла решение, первое, принять их к себе домой, хранить их от смерти, спрятать их, отправить их, и приняла решение от них взять обязательства. Когда вы придете, не убивайте меня, не убивайте мою семью. Это одно решение, когда уничтожили Иерихон, она осталась жива, ее семья. И вы знаете, что еще произошло? Она вышла замуж за один из соглядатаев, которые пришли последний раз перед взятием Иерихона. Один из великих мужей женился на нее. И вы знаете, что с ней произошло? Она не только попала на небо, она стала прапрапрапрабабушка Господа Иисуса Христа. Она вошла в родословие Господа Иисуса от одного решения. Вторая женщина, ее зовут, Библия называет ее богатая женщина сунамитянка, да? Вот, она богатая, эта женщина, она очень наблюдательная. Она заметила, что Елисей проходит постоянно. Она говорит, муж, ты видишь, человек Божий, ему жить негде в нашем городе. И, наверное, он где-то живет под деревом, спит по ночам или где-то там неправильно. Да, возможно, не наше дело. Это дело касается руководства города. Но видишь, они же ничего не делают. Давай мы построим ему домик, горницу. Мой сказал, пожалуйста, деньги твои. Она построила дом, вернее, второй этаж, и позвала Елисея. И Елисей и слуг свой приходили туда всегда, слуга. И заметите, что произошло. У нее не было детей. Бог сделал чудо, дал ей сына. Это как Даниил. Когда Даниил принял решение не оскверняться, Библия говорит, Бог дал ему способность. Бог реагирует на правильные решения сразу. Третье. Сафира была такая женщина.
Короче, у нее был муж Ананию. Вот они в церкви были уважаемые, богатые, состоятельные, у них были земли свои. И однажды они решили продать землю, и когда они продали, они хотели, чтобы в церкви их уважали, считали за очень жертвенными, и они пришли всем людям, что мы будем продавать всю нашу землю, дадим деньги сюда, Петр, пастор, ты примешь наши деньги. Но они вдвоем сидели, обсудили, давайте Петру мы не скажем правду. Хорошо, что мы скажем? Ну, ты скажи так, я скажу так, хорошо, договорились. Петра нету, никого там нету, они договорились, как обмануть Петра, пастора. Пришел Ананию. Анания, ты сказал, что это все деньги, которые мы продали? Да, аллилуйя. Он думал, что повышение будет, а пришла смерть. Неверное решение. Но Сапфира могла бы менять ситуацию. Смотрите, она пришла позже, спустя, Библия говорит, час. Бог дал ей шанс. Она могла бы сказать, нет, Петр, мы с Ананией сидели, решили обмануть тебя. Прости, она бы осталась жива. Она бы не умерла. Одно решение. Смерть вошла в их жизни. Не сразу же. Когда они приняли решение обмануть, это было раньше. Но смерть наступила, когда они заговорили. Заметите, что наши решения, три женщины, два похожие решения с блестящим концом. Одно плохое решение с плохим концом. В жизни давайте мы будем принимать вернее, правильнее решения. Каждый день пусть это будет твоя новая привычка. Второе, в чем нам нужно учиться принять решение? У меня только два главные пункта. Теперь второе. В наших отношениях с Богом нужны правильные решения. Опять же книга Даниила, 3 глава, с 1 стиха. Царь Навуходоносор сделал золотой стукан и стали перед стуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам народ племена и языки, в то время как услышите звук трубы, и так дальше, подите, поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот час брошен будет в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышали, все народы, заметьте, все услышали, все пали. Это называется синдром, когда весь народ сломан. Весь. Это не два человека, не три семьи сломаны. Весь народ. Чем сломаны? Страхом. Смотрите. 12 стих по 19. Они заметили, что есть некоторые ребята, мужи иудейские, которых ты поставил над делами своими вавилонскими, Седрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не поклонились. Будь тем, кто не сломан. Неважно, что в обществе произошло, неважно, какое потрясение, сохрани стержень своей души. И когда царь услышал, он пригласил их на спецпроверку. В гневе, в ярости повелел привести их. Их привели, 14 стих, и он говорит: «С умыслом ли вы, что вы не служите золотому стукану, который я вам дал? Вы мне скажите, какая польза Навуходоносора от того, что люди падают перед стуканом? Польза какая? Ноль. Эго. Больше ничего». Оказывается, наше эго бывает сильнее, чем мы думаем. Польза ему от того, что весь народ падает, вообще ничего.
эго. Но в духовном мире это бесовские силы, которые берут поклонение людей и влияют на них. Почему Вавилон стал центром и колдовства, и всякие чародейства. Вот почему. И 16 стих. Мне нравится, они отвечали, говорят, царь, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которым мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, эмоций. Заметьте, эмоции равняются слабости. Исходя из истории этих ребят, первое. Я принял решение однажды, я верю в Господа, Бога Израиля, в Бога живого. Скажите амин. Я верю, принял решение развивать отношения с Богом. Хождение с Богом – это решение, которое повлияет на твою жизнь духовно, душевно, физически и материально. Даже повлияет на твою жизнь после смерти. Прими решение верить в Бога. Прими решение, что Он твой приоритет. Прими решение Ему одному поклониться. Прими решение верить Ему всем сердцем. Это решение. Вера – это не слепое ощущение какое-то. Это решение. Мир предлагает нам идолы. И эти идолы приходят с угрозами. Или поклонитесь, или печь. Выбери. А где тут выбор? Я не знаю, вы в жизни встречали такие ситуации, где как будто вам дается выбор, на самом деле выбора нет. Выберите или поклоняться стукану, или печь. Везде, где имеется дело с Богом, есть такой выбор. Улыбайся всегда. Есть еще один выбор, который мир не видит. Это выбирать быть посвященным Господу Богу. В результате там угрозы. То есть мир любит сказать, если ты не поклонишься, если ты не сделаешь это, ты останешься без этого, то наслаждение тебе не будет, то внимание тебе не будет, те деньги тебе не будет, то не будет, то не будет. И вот рисует тебе картину, как будто если ты не уйдешь от Бога, то ты останешься таким же потерянным. Не понимаешь, что на самом деле соглашаться с миром означает, ты будешь потерянным. Неважно, какие угрозы, неважно чувство потери, неважно, как будто. Не так, я потеряю то, у меня то не будет, это не будет, то внимания не будет, это не будет, то не будет. Прими решение идти за Господом Богом всегда. Скажи, Господь, я с тобою. Еще раз, Господь, я за тебя. В результате, говорится 20 стих по 30, их и взяли, самые сильные мужи войска своего приказал взять Сидрак, Месак и Авденаго, бросить в печи. И эти мужи сгорели и умерли. Вот. А эти были брошены в раскаленные печи. И так чрезвычайно было горячее, что убило тех людей, которые бросали Сидрак, Месак и Авденаго. Огонь тот же. Эти, которые послушны царю, погибли. Царь ограничен, а послушные Богу выжили, потому что они себя поставили рабами Господа Бога. Прими решение. Я Божий навеки. Мне нравится, как написано в притче 3, 5 и 6. Библия говорит, «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Иногда тяжело принимать большие решения. Надалеко. Сложно для некоторых наших умов, трудно это. Но прими решение сейчас в сторону света, в сторону Бога, в сторону истины, в сторону хождения с Богом, в сторону посвящения.
Все остальное Бог позаботится. Три вещи, которые надо использовать для решения. Мое решение, как повлияет на мои отношения с Богом. Как? Второе. Мое решение, как на меня влияет. Первое. Строить меня или нет? Делать меня лучшим человеком или нет? Строить мою жизнь? Строит ли это мое предназначение? Или разрушает? Как это влияет на людей, которые важны в моей жизни? И третье. Заменяй неправильное решение новыми правильными, как образ жизни. Никогда не поздно остановить плохие решения и начинать принимать правильные решения. Окружай себя людьми, которые помогают тебе всегда принимать правильные решения. Водительство Духа Святого помогает нам принимать быстрые решения и притом правильно. Слава Богу за Его Слово. Когда Слово Божие говорится, всегда приходит перемена. А перемена при том, когда приходит перемена, это значит, мы меняемся, и меняется все, что вокруг нас. И это мы называем чудо от Бога. Вы представляете, что Бог есть Бог чудес? Я предлагаю вам посмотреть на следующее свидетельство, потому что это снова напоминает нам о том, что Бог творит чудеса. Давайте посмотрим. Пастор Генри Мадава, старший пастор Церквей Победа, президент служения «Христос для всех городов». Дело жизни пастора Генри – помочь каждому желающему получить спасение через веру в Иисуса Христа и стать целостным для полноценной жизни в обществе. Поэтому служение «Христос для всех городов» ежегодно проводит фестивали Иисуса по всему миру, евангелизационные собрания с исцелением, где Бог спасает тысячи людей и творит много чудес, избавляя людей от тяжелых болезней, освобождая их и восстанавливая разрушенные жизни. Владимира на протяжении длительного времени были боли в спине, а также депрессия. Во время молитвы боль ушла и появилась была радость. Была боль в спине как давно? Давно, уже несколько лет. А сейчас? И сейчас нету. И депрессия была, и сейчас депрессия. Радость. И сейчас радость. Да. Боже, спасибо тебе за это во имя Иисуса. У Людмилы Дмитриевны уже два месяца. Людмила Дмитриевна. Да, было вирусное воспаление спинномозговых узлов. Из-за этого были очень сильные боли в спине. Что это за воспаление? Ну, это, я вообще врач, это вирусное поражение спинномозговых узлов, которое выходит из позвоночника, и поражение межреберных нервов, и боли очень сильные. Практически герпес так и остается, вирус. Он есть у всех, но не у всех поражается. И сейчас боли нет? Была очень сильная боль 3 месяца. Фактически это заболевание очень не обезболивающее, не помогает ничего. И боль полностью прекратилась во время молитвы. Да. И вы врач? Я врач. То есть врач пришел к другому врачу? Да. К Иисусу Христу. Единственно. И он сделал чудо для врача. Вы представляете, как Бог любит? Он исцеляет врачей. Господь, спасибо тебе, что ты исцелил врач. Врача во имя Иисуса. Как хорошо, когда ты знаешь, что Бог творит чудеса. Мы не имеем дело с теоретическим Богом. Он Бог живой, Он реальный. Он сегодня действует и помогает людям. И я хочу сегодня, чтобы вы с этим Богом познакомились, если вдруг вы еще Его не знаете. Наверное, вы задаете мне вопрос, а как нужно принять Иисуса в свое сердце, как своего личного Спасителя? И потом помолюсь за вас, чтобы Бог сделал чудо и в вашей жизни также. Если вы еще не знаете Господа Иисуса, Он еще не является вашим Спасителем, то скажите со мной такие слова. Скажите: «Отец Небесный,
прости мои грехи и дай мне новую жизнь. Очисти мое сердце. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились эту молитву искренно, то Господь Бог простил, очистил, и поздравляю вас, вы новый человек. Если у вас есть нужда, допустим, для исцеления или какая-то что другая нужда, возложите руку там, где болит в вашем теле. Я хочу помолиться за вас. Если это семейное или какого-то другого вопроса, возложите руку на свое сердце. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что Ты Бог, который творит чудеса. Поэтому во имя Иисуса я приказываю всякой болезни, всякая немощь уйти, провозглашаю чудо в жизни каждого, в семье, с финансами, в работе, в бизнесе, в учебе, во всех вопросах жизни. Во имя Иисуса. Я запрещаю действия силы тьмы, провозглашаю Божьего прорыва. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Я так рад, потому что Бог отвечает на молитвы. Если вы сегодня получили чудо от Бога, пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы хотим радоваться вместе с вами. И я хочу сказать спасибо всем партнерам и всем, кто за нас молится, поддерживает финансами. Спасибо вам большое. И за вас мы можем продолжать в эфире. Я хочу сказать всем вам, пусть вас Бог благословит. Мы вас очень любим. Если у вас есть вопросы или любые какие-то предложения, мысли, напишите нам по электронной почте или звоните по телефону, Viber или WhatsApp. Заметьте, что мы готовы отвечать на все вопросы и молиться за всех ваши нужды. Помните, что Иисус Христос любит вас и Бог благой для вас. Бог вас да благословит. До свидания.